Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи на связи, всех рад приветствовать. Сегодня у нас тема видеоблокнот и его секреты. Многие новички, которые заходят в игру, они немножечко не понимают, что вот эта вот книжечка, блокнотик рыбака, или не знаю, как его еще назвать, это самая важная часть, наверное, в этой игре. И самая нужная, потому что здесь есть абсолютно все. Где какую рыбу ловить, на какой локации она ловится, на какой глубине примерно она клюет, потом на какую наживку, на какие виды наживок она, возможно, может клюнуть. То есть и все это можно отмечать, контролировать, также по блеснам. И самая фартовая — это раскладка по алфавиту. Давайте начнем по порядку. Вот вы хотите половить, к примеру, на озере. Ну, оно самое первое. Хотите половить карася. Заходим на локацию озера и смотрим. Карась, да? Где он тут у нас есть? Карась, карась. Вот карась золотой. Нажимаем на него и смотрим. Максимальный вес нам показывают. Показывают, что рекорд усыхает. Мой лучший трофей. Но если вы ничего не ловили, у вас будет минус. И здесь минус прочерки стоять. И глубина клёва рыбы, по-моему, тоже показываться не будет, если вы ее еще не поймали. Но это нам пока что не важно. Глубину там мы уже подрегулируем сами. Самое интересное — это вот для нас что. Это наживки, на которые он клюет и может клюнуть. Огромный ряд. И еще мы нажимаем на наживку. И, к примеру, если на мякиш хлеба эта рыба идет вот просто вот там без прилова или приближенная к трофейному весу, мы с вами ставим лайк. И потом, к примеру, вот видите, мы отметили. Как проходит пару дней, неделя, и мы такие: так, на озере карась золотой, нам нужен по квесту там за, к примеру, 2 килограмма рыба. Так, зайдем посмотрим, там где там, на какой локации я ловил, к примеру, на локацию озеро, там, тихая вода, ага, посмотрели, все, смотрим, о, я вот эту наживку лайком отметил, значит, на нее лучше всего клюет или без прилова, или трофейный вес. Значит, надо пробовать на нее. Можно отметить еще. Будет две наживки. То есть вы поняли, да, концепцию. Отмечаете, и тогда вы уже не запутаетесь, вы поймете, на какую наживку оно хорошо клюет, и будет все замечательно. Есть же также переключение на блесну. Ну и эта рыба на блесну, конечно, не ловится, карась. И мы уже с вами будем смотреть. К примеру, что может на блесну? Ну, окунь речной, переключаем на блесну, нам показывают блесна, на которые вращалочки, блесенки, эта рыба клюет. Также можно посмотреть на локации. Алфавит. Алфавит — это тоже классная вещь, все по буквам, все четко. За это разработчикам просто вот, вот вообще за блокнот разработчикам огромный лайк, вот прям вообще. Это must have. Заходим в квесты. Вот нам дают квест, к примеру, давайте, вот, дартер. Дартер лучезарный нам нужно поймать 5 штук. Мы вообще не в зуб ногой, где эта рыба ловится. Но это не проблема. Даже можно в чате не писать, спрашивать у людей, где что. Мы заходим в наш блокнот, заходим в список на D. Нажимаем буковку D. Дартер пятнистый, техасский. И смотрим, ищем его. Так, дартер. Дартер лучезарный. Вот он. Нажимаем. И видим. Дартер лучезарный. Вот, 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 вот. Смотрите. Видите, я эту рыбу еще ни разу не ловил. Моего трофея нет. Штук не показано. И глубина тоже не показана. Но, если максимальный вес 21 грамм, значит, он где-то будет ловиться. Ну, то есть, логически, да, немножечко подумаем, что он будет где-то либо в толще воды, либо под поверхностью. Глубина можно попробовать 400, самую маленькую на удочке. Скажите мне, 400, ай, какого, миллиметров, ну, 4 сантиметра. И потом больше, 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 больше прибавлять и смотреть. Наживки. Также вот нам показываются наживки. Мы знаем, мы можем себе на листик выписать, можем запомнить, если у нас там супер феноменальная память, мы все помним. Посмотреть блесна. Также вдруг у нас спиннинг есть. Ну, на блесна не ловится. Все понятно. Открываем. Смотрим Миссисипи. Смотрим локации. Ага, все, мы поняли, что дартер лучезарно у нас ловится на реке Миссисипи. На вот этих трех локациях.
Если вы с Android, вы делаете скриншот себе и всегда можете хоп-хоп через скриншот трей глянуть быстренько, чтобы потом не искать, не заходить. И также по наживкам, чтобы лишним как бы, информации голову не забивать. И отправляемся на реку Миссисипи, пытаемся поймать дартера. И так вот каждую рыбу. Но если вдруг, конечно, у вас уже все не получается ловить, вы уже понимаете, что там, допустим, с глубиной никак не определитесь, никак с наживкой нормально не можете, вы тогда уже заходите в чат. И у наших супер бывалых рыбаков: здравствуйте, как, где поймать дартера лучезарного, и вам, естественно, подскажут. Потому что люди играют здесь, в принципе, хорошие, и они всегда подсказывают игрокам, которые спрашивают. Мне, по крайней мере, всегда подсказывали, давали какие-то хорошие советы по вылову определенной рыбы, по месту, где ее поймать, также по медалям, поэтому всегда можно обратиться в чат. Но блокнот – это вот ваш, знаете, как вот, это как Библия для батюшки. Вот вы должны знать, что блокнот – это ваше все, и без этого блокнота вот никуда. Так, а чё у меня не работают клавиши? Я просто играю через эмулятор, и я сейчас понимаю, что у меня клавиши не работают. Это плохо. Странно. Хотя работало, всё замечательно было. Ну и ладно, это сейчас мы попробуем настроить. Это всё ерунда. Поэтому, дорогие друзья, советую вам заходить, часто обращаться к вот этому блокнотику. Здесь все расписано, все показано. И ориентироваться в нем легче легкого. Особенно если вы играете с компьютера, так вообще мышкой. Прям само то, что нужно. В принципе, на этом у меня все. С вами была Камарачи. Вам не хвоста, ни чешуи. Много трофеев, отличных уловов. И всем пока!